Поставь ларгус. Давай, брат, аккуратно. Давай, брат. Шмази, знаешь, соль сделали, чтобы ты не упал? Я для тебя сделал. У тебя же нога, операция была. Реально соль. Вспомни, все то, что я видел, показал, как в Азербайджане дороги сыпят. Гайщики. В руку соль взяли и на дорогу вот так соль кидают. Амирчик? Амир, не знаешь его, Шмо? О, Шмо, ебать, сами деньги. Здравствуйте. Шма, направо, сядем направо, Шма, направо. Шма, Шма. Шма, вон там, брат, бомбовое место, вон там, брат. Вон там. Пойдем там сядем лучше. Вот здесь, раз где-то сядем, Шма. Вот здесь, да, сядем где-то. А сколько у нас чеков? Пять. Давай тогда там сядем, Жес. Я как будто там сяду, да? Нихуя. Шма, как будто я вот здесь в углу сяду. Да, да. О, Шма, типа как будто в этом, да? Как будто в роддоме я. В клетке, понял? Шмо, если в туалете телефон. Кролик или кто? Ахали его. Я в смысле вот так. Шмо, кожа яба. Аллах арвай. Вот 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 вот. Аллах арвай. Вон ахи хала вон. Смотри, смотри. Ты не ты. Собираешься. Бах, и ты на хала не могу найти. Да, на шмо. Ну, брат, да, на брат. Вот это. О, Шма, стол! Ох, Шма, хватит! Помнишь, что я тебе в самолете сказал побрать? Про шею. Соль на шею бью. Поцеловал бы. Шма, ну реально. Да, брат, ты уже видишь, тихо, тихо, начинаешь, понял? Птичка в клетке. Ты чё? Шмо, как будто телефон перевес стоит. Здравствуйте. Тернистый путь в IT. Молодым айтишникам придется сдавать бег на 30 метров. Шмо, я в последнее время был новый. Да, да, не тебе. Ну ладно, спасибо тебе тоже. Брат, есть на английском меню? Внизу, около таксиста. Русский чуть-чуть разговариваю, поэтому. Так, омлет с угрём. Круассант, вис, шоколад. Завтра ты сейчас работаешь, Шмо? Я спросил. Please tell your waiter if you have any food allergies to Kertikon products. All prices in rubles. The pictures have decorative elements. А нахуй нам омлет хавать? Время сколько? Шма, читаю, заебал. Салмон, тартар и весь авокадо. А у Шма авокадо мне надо кушать. А у брат, кажется, вот надо расщеплить, Шма. Всего 13 тысяч. Ну нахуй, брат. Берем? Да, кому надо в KFC пойти похавать? Помнишь, надо ему отомстить за это, брат? Да. Шма, за какой? За какой, Шма? Вот там много. Шма, где? Нет, нет, сейчас же от Винлайна же движуха, Шма. Какой смысл от Винлайна? 20 минут, хорошо, Дима. То, что тоже будем, брат. Добро, блядь. Брат, ломает. Угостишь же ты, брат. Сыщи. Братан, специально перестал, чтобы тебя видеть. Ау, Рина, да она не круто, так села на эту сторону, поверь мне, брат. Белая, еще взглядом. Шма, она в этом, она не в ТикТоке в эфире. Значит, зря. С чем видос? Иди, начни вот эту лавку, копию, иди, грузись, я просто загрузил, разбираю, так. А, у ночи, да? Шма, я как бы хуйню помнишь вчера, за сосудную в жизни, да, на вине разбираюсь, но так себе, непонятно. Шма, иди. Не сестрар, будь много внимания, Шма, нет. Не, Шма, усрать хочу, пиздец. Никто не в школе не хочет. Я хочу. Пойдем, брат. Я бы только из игры есть, Шма. Что, есть? Пойдемте на посыпать. Нет, брат, мы пойдем, если ты подойдешь. Нет, Шман, не Шман, не тот человек. Тепливо не хочется? Нет, я же за рулем. Пойдем, врач вместе побрали. Пацаны, одному лень. Я в этом бомбежу бы бахать. Где с чатом? С чатом уже все не вариант. Рэчо? Шман там в туалете просто ломает. Контент с Ликсом будет, да, сейчас будет он. Сейчас Диман подъедет. А после лобби Шман в одной хате не будет. Умоляю, да, на в одном лобби побраться. Сегодня тоже будем так зажигать, да? Шма, а мы, вот ты дом взял или номер? Бля, побрать, дайте что-нибудь на кровати поспить, бля. Я тут что-то на кровати поспить. Даже дом у себя на кровати поспить. Бля, ну сегодня поспим нормально, а потом пиздец. Бля, по-братски, да, в кровати поспим. Хорошо. Честно? Да, сегодня так спим. Как? А завтра всегда начинаем общагу делать. Брат, по одной коморке. Да, да, по любому. А, сегодня 24 делаем? Сегодня нормально спим? Как хочешь. Как хочешь, брат. Я честно бы нормально поспал. Знаешь, можно сделать? Тандерлар или? Шма, нам надо придумать еще свой словарик, понял? Который прям именно только мы будем знать. Нет, и чтобы они не знали. Да, да, да. Давай придумаем. Давай, давай. Надо будет расписаться. Да, аккуратно. Ну, этот словарик надо будет купить за 100 тысяч рублей. Охуеть, ебать ты умный. Ходи, чел, купи, ты спалится, брат. Надо подумать. Не, брат, и мы обязательно, он нотариально должен будет подписать, а не разглашение. Если разгласит, то... разгласит, миллион штраф.
Так как ты его штрафуешь? А? Как ты его штрафуешь? Шма, он с глазки. Паспорт, именно. Паспорт, все напишет. Пойдем смотрящим с этим, да, с вопросом. По-любому. Вот так, так, так. Не, было, я, ни, полицию, не было ни единого разрыва, пока жильцы не стали халатными. Хватит, ну, смотри, на новости читать, айбал. Шма, надо и том. Ого. Рапунте. Шма, аккуратно, ну, делай. Долбоеб, все на меня разлил. Антисептик, ну, это надо, чтобы было. Полдушмочил. Полдушмочил. Пожди, у тебя здесь этот, отвинлайн это. Давай. Адвинайна можно ничего. Брат, я выбрал. Полонез и батер. Не, шмайт. А он платит. Блять, батер. Слушай, он сегодня за тебя 10 тысяч. Чё так? Прошел. Расчехляй. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, один... Вообще мы у Тпока в гостях. Лазанью. И один Филадельфия. Вася, что, селедку? Побрат, только не селедку, вонять будет. Хорошо, побрат, вот брат, что, очень... по кайфу? Не, умоляю, очень пока. Противно, раз селедка. Брат, эту лодочку хочу, блин, ты сегодня как не похавать, брат. Тогда давайте вот эту штучку набрали, ее с зеленью, и какую-то теперь пожалуйста. А? Сучку сказал, какую? Не сучку, шма, а штучку. А, мохито. Мохито, я взял. Да? Можно три? А, у нее, у меня горло болит, правда. Может, чай? Чай. У вас вкусный, да? Один чай, пожалуйста, можно? Такой курдула черный чай. С лимоном, пожалуйста, можно? А сам отсюда? Блядь. А, что? Смотрите, я нашел в инстаграме типа. Давай, брат. Смотрите. Шмараз в Ростов, едете в Волгоград, делаешь? А что еще посоветуешь, брат, вкусное? Да он очень сильно делает, очень похоже. Ну, типа поп смог, смотрите, вот он ебашит. А, брат, а мы хлеб сказали? Да, надо хлеб подать. Нет, хлеб, я не ем же. Хлеб, чтобы сокращать. Да, можно было хлеб не подать. Если вспомнить, типа, который в колесе вот так сидел. Бля, мы умирали сегодня в аэропорту, брат. Бля, надо по-по-по-по-по. Бля, что я хотел сказать? А где он был, когда мы смеялись? Он в кайфе был, да? А уж у кого-то без пива сегодня день не день будет, брат. Я не хочу пить, брат. Чего? Сетряга. Смотри, я там выпил, чтобы заснуть быстро, по правилам. О, как я заснул кайфе, знаешь? Брат, он 3 литра пива выпил. Ебанутый, брат. Я говорю, он реально... Есть кто-то? Я в этом. Вот так же. Тут тоже пугали. Рената купюр. Покажи. Слушай, я это где-то видел. Это покажи на жопе даже делал. Это не это, жопка ли? Ну, кто знает. Что? А я не сказал. Шо, маля, давайте мне на моё, бро, по-братски. Шо, по-братски? Покажи, давай. Только вышел, бро, умоляю. О, Рена, по-братски, завтра телегу повтори. Телегу выложим. Повтори с колесом уже. На колесо, главное, есть, найдем, похуй, делаем. Покажи это. Спайс, ты так не делаешь, ты хуй, блин. Вот он этот 305, когда-то X5-го это. Бля, это 23-й резерв. Хорошо, ебал. Она широкая. Лиз где сейчас будет, брат? Спасибо за донат, Санек. Ешь карч, есть, но она на лете охуеть. Да, блядь, мы кого-то хотели расчехлить, чтобы он на билеты купил. Да, у... Плюс не помню. Что он путает? Он сегодня твой диалог мне рассказал. Помнишь твой Змакац, который на М4 сказал, что похуй, приезжайте, я все оплачу? Вот. Ты с его другом путаешь, Змакацем. Вообще, я другом, брат. Какой шум? Мы же не говорили на эту тему. Говорили, клянусь, брат, я не могу вспомнить. Ну, я клянусь, я сейчас успокоюсь, пока не смотрю. Кому-то хотели сказать, подкинуть на идею, чтобы типа, ну, оплатить билет. А-а-а, Эрти-Орти. О! Мои номера. Мои номера какие? Думаю, блядь, ты ебать откуда зашел с вас, Дубай, как? Ау, я Павер на свадьбу позвал. Реально, он женится? В Сербии? Не знаю где, надо зло подкинуть, чтобы поехал. Охуеть, свадьба у Павера. А? Я тут Амарта жду, брат, мы, кажется, в марте приедем, брат. Куда? Дубай. Да нахуй ты. Бабы, только на одежду не делай, бегать, смывать. Просто отъедем. Это хмель будет. Ты что, долбоёб? Охуенно. Сижу в бороду и хотел рыбать. Фу, блядь, ебаный рванец. Ебать, рука пиздой вонять, смотри. Голодный, ра, поэтому. Ты руки облизываешь. Ма, как по-другому? Помой, ну. Ты делаешь, ты вообще мед вилкой хаваешь. Помоешь? В этот момент, когда хуй хотел. Боже, ты гей. Открытый. Открытый? Рот открываешь. Бля, я на порнуху смотрел. И, короче, что? Брат,
Я думал сначала шутит. Да нет, клянусь. Там, короче, женщина, типа, понял, чистила эту хуйню, как его зовут, плитку, понял? Где хачапурами жарят. Она вот так говорит, и он, типа, понял, случайно приходит ей. И она... Типа, не, имею в виду, бля, это так глупо выглядит, пиздец, понял? Тон мамой с первого раза попал. И вот они тоже забраться. О, это что такое? Ах, брат, это Тамаева лично? Брат, а что бы ты выбрал, Феррари или Ламборгини? Я бы, смотря Феррари или Ламборгини, брат? Так чисто взял бы Ламборгини. Брат. Вообще правильно, вот сейчас смотри. Феррари или Ламборгини? Клубничный мохито. Не-не-не, спроси меня. Мохито или Феррари? БМВ. Клёсно. Клубничный мохито. Понял? Охуеть! Брат! Брат, у меня рука в меде была, вот так лучше поздороваться, брат. Я тоже сладенький буду. Натурик? Ой, блядь! Диман, брат мой, как ты? Как долетели? Все супер, брат. Здорово. Дмитрий на месте. Оу, шмат, ты теперь свободный живцы? Че? Как будто, знаешь... Что это за зов такой? Обратно. Брат, это я бы сказал бы даже призыв. Дрочили трещать будут. Шмат, по дороге помой. В моем возрасте уже я трещу. Диман, давай не применяйся. Если я так сон буду убить, то я, блядь... Диман, что, нормально приехал? Короче, вот сюда положу. Подождите, пока. Похаваем, подождите. Ну, вообще, до лейтов ты всегда доживал. Ну, до лейтов мы типа доживали, но понял, ну, по одному. Я не ожидал, что он так охуенно играет. Я знал, что он чемпион мира в КС-ке. Это просто домашняя мама привезла. С упорочкой, да? Да, да. Не, я не хочу, спасибо, я прям... Мебор. Плюс я тут не кушаю, тут типа дороже обычно. Брат, у нас не так платят. А, тогда можно это... Лобстер там живого не, самого раздела. Да не-не, чаечек, можно? Брат, вот. Ну если... Ты же ушел, все, все, все. А нахуй рожам? В среднем шлеме сидит. Нет же сейчас. Не знаю, почему он так. Вот из-за этого? Да. Есть лодка? А, кое-что достать. Там сейчас прилет. Там лежит одна. Что за лодка? Обычно дунай? Да, там лежит кое-что. Что? Утонуло. Брат, овощи похавай. Ну, очень много. Возьми его полностью. Попробуй, да? Тесто очень нежное. Брат, как вот это по лазанье? По лазанье. Он как свинья есть. У нас чел в школе был. Он, короче, приходил ко всем гостям, открывал холодильник, все боялись этого. Он кушал, и у него вообще не обкладывался. Он как завод был, знаешь? Он может просто есть, и все, у него ничего не обкладывается. Он говорит, зал куда? Это болезнь у него сейчас разогнули сильно. Спортсменом стал? Да. В 11 часов вечера идет в зал. А что за зал? Тренажер, растяжка. Бицепс качает. Да. И вот это место. Мачо качает. Походит время 11? Да, да. Да, время. В Питере же время быстро летит. Реально? Да. Это во сколько Сочи сейчас? Брат, сейчас где-то 7 вечера максимум. А чувствуй! Надо плеваться заебал. Сегодня 30 лет, вот эти с иголочки я один. Там не можно стоять цели. Брат, как будто очень уставший, даже для бани. Ну, да. Так ты устал просто после ешь. Это и есть отдых. Бани? Чё там, массажи, все дела, конечно. Массажистки, баники. Чё за бани? Круто предложение хорошее. Надо подумать. Макс, здорово. Бани зовут. Когда? Макс, как у нас, как глаза? Сегодня. Макс, привет. Диман говорит, типа, бани можно. А? Ну ты, как будто мы посоветовались, Диман, и мы согласны. Мы согласны. Мы готовили до 100, как будто Новый год. Только брат, по-братски, без девушек и так далее. 8. Просто даже борода касается. Она тоже кушает. Получается. Она тоже кушает? Да. Он на каком кайфе, брат. Давай, дети! Пятницу надо, субботу. Четверг, тихо. Для него всегда громко было. Нет, клубника зимой есть страшно. Чума, дай раку клубнику. Почему это не... По-братски, рак. Сына в пальце. Пожалуйста. Какая же мразь, мразь. Ты какая, что у тебя в горле застрял? Ну, азербайджанская клубника. Помидор. Ну, шлюха Адамса, да? Я, кстати, прикольно, что на завтра придумал Биш, где нам встречу вот эту сделать. Ну, я потом скажу, да. Не-не-не, вообще прикольно. Надо домой встретиться, еще пальцы. Тебе, брат, болит, похуй.
Да поехали, блядь. Мама, за тебя чемоданы достали, сука, иди нахуй. Поехали? Брат, умоляю, надо включить где-то, слышишь? Открываем. Бля, я ничего не найду уже, знаешь? Ну, сначала вот это. Наша задача – это разными схемами обмануть эту гребаную ракетку и заработать деньги. Мы не рискуем, мы не входим в азарт. Поставили и забрали. Наша задача… Ракетка сильная, бля, была. Умоляю, надо включить про это. Про проценты. Я не могу найти ее. Я, брат, я же везде показывал. Брат, клянусь, я сейчас, я если не найду это, брат. Сейчас, просто терпение, брат. Во, нашел. Если взять коэффициент 10 и поставить 10 тысяч рублей, ты зарабатываешь 90 тысяч рублей. Если взять коэффициент 10 и поставить 10 тысяч рублей, ты зарабатываешь 90 тысяч рублей. Умоляю, найдите момент, где он говорит, что ставьте один день утром, один раз в обед, ужином. Пацаны, взрослый человек уважайте. Он просыпается в 9 утра, засыпает в 11:50. Куда ты, кто? Револьвер какая? Покажи камеру. Надо в зале. Не играйте много, один раз ночью, один раз днем, один раз ночью. Самое главное, это обмануть эту гребаную ракетку. Он заебал меня. Мне кажется, это очень, ну, реально, это юмор такой. Да, 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 спасибо. Брат, вот это, Гидар, слушайте вот это. Вот это, нашел? Да, смотри, брат, сейчас я тоже покажу. Давай. Это очень смешное видео. Я вчера Левон показал, что не сдох со смеха. Это на Сангоре. 103, это... Вот, идешь? Чувак, что я вот так буду показывать. Какой я тупой. Есть 1 тетри, 2 тетри, 5 тетри, 10 тетри, это уже 10 копеек. А 100 тетри это сколько? 100 тетри это уже... 100 тетри это считай, короче, а 100 тетри это получается, братышка? Все, ушел. О, какому кайфу. Видео, стой сейчас. Тяжелую я тебе задачу задал, да? Не, курсы не знаю, друзья. Ты что, курсы просто. Тетри это 1 лари вот. Получается. 100 тетри это... Тетри это копейки. Да. Тетри это копейки. 100 тетри это 1 лари получается, да? Если копейки взять, да. Если копейки взять, тогда получается не 1, 100 тетри это получается... 1 лари. Не, брат, чуть побольше. Чуть побольше. В 1 лари сколько тетри? В 1 лари, ну, 100 копейки получается. Вот, если говорю, 1 лари это 100 тетри. 1 лари, 100 тетри. Вот, наконец-то. Ну, как он? Вот это поправил. Это, братишка, получается... 100 тетри, это уже... Это считай, короче... А что тетри, это получается, братишка? А он как загрузил, так и сейчас. Да ты я трасса пользуюсь. В общем, это когда вот здесь тогда побрил, не поправил, знаешь, что? Где? Завтра надо. Ты вот тогда помнишь, когда трасс приезжал, вот это здесь тоже побрил. Предикшн, сделайте, сколько выйдет счет. Ой, ну гляжу, смотри. 11250. Не, брат, ты что-то... Это 14600. 14600. Брат, только 11000 вышло. 11600. Кто вышел 11000? 14600. Гейко. 11200. Давай, кто ближе, тот и оплачивает. Не, ты оплачиваешь. Кетфера. Ты оплачиваешь, нахуй. Ладно. Эй, 8 тысяч ушло. О, хорошо, волос пахнет, шма. На зеленый. О, ёжики хар. О, шма, пиздец, она построена. Шма, где-то 20 тысяч получается. Братишка, это получается... 20 тысяч.